Всем привет! Пора бы... Петечку ждем! Нас в России забыл свои права советские. Так, ну что, вся банда в сборе, и мы летим в Европу. Погнали с нами! Всем привет! Я жена блогера, и сегодня мы улетаем в отпуск. Подписывайтесь на его канал, ставьте колокольчики, лайки, пишите ему, дзынькайте там. Он любит это, и радуется, как мы полетели в отпуск. А наконец-то я буду говорить, а он будет молчать. Все, всем пиз, ждите. Так, ну что, мы долетели в Москву. Сейчас из Москвы мы отправляемся в Барселону, где нас еще ждут, будут ждать наши друзья. И все. А, электричку ждем. Электричку так, ладно, ждем. Пора познакомиться. Пора ждем. Познакомиться. Пора электричку бы... ждем. Я Настя. А, жена Антона. Что ты все говоришь-то сразу? А Антон иногда бывает Федор. А это Леня. Леня, сколько раз Iron Man? А это моя кошка. А это я. И еще у нас не хватает Кирилла и Саши. И у нас еще не хватает Рома и Тома. Рома и Тома уже там. Мы ждем Кирилла и Саши. А не хватает Рома. Вот не хватает Рома. Убегает. Так, ну вот, мы летим, короче, бандой. Пацан на успехе. Это жена пацана на успехе. Его зовут Кирилл, его зовут Саша. Со всеми остальными я вас уже познакомил. И вот такой вот бандой мы летим. Еще скажи, двое есть там. Да, еще двое нас уже ждут в Барселоне. В общем, приятного полета. Полетели. Ребята, да. А, зацените, какое классное питание в Аэрофлоте. Они дают вот такое вот меню, где можно на выбор выбрать что-либо, но мы заказали в интернете сразу заранее. Индейка тушеная с овощами и картофельным пюре. И вот такая вот упаковка. Давай посмотрим, что у тебя там. Тут у нас паштеты, закуски из мяса. Секирка, колбаски, мадбуха. Короче, это вам не победа, это просто с ума сойти. Наконец-то мы добрались до Барселоны. Сейчас мы возьмем тачки и поедем на нашу виллу. Там нас ждет Рома с Томой. И надеюсь, что вкусный ужин. До свидания. Мы все еще ходим, ищем машину. Не можем найти ни Рому, ни машину. Не, собственно, терминал, который нам нужен. А вон уже нашинские все. Здорово. Нет. Нет. Привет. Здорово, здорово. Так, подожди. Сейчас, подожди. Миша, иди сразу. Что получать? Только машину получай. Так, все, отключайся. Короче, это просто трэш. У нас в России забыл свои права советские. А по международным правам нам вчера не выдали автомобиль. И получается, мы бронировали две тачки. Я ребят подвел и... Такая, короче, в общем, получилась херня. Пришлось вызывать такси. Всю ночь провозились и приехали уже на виллу. Уже поздно-поздно ночью. В общем, всех подвел и как-то, короче, не очень. Как мы выйдем? Андрей, камера. No. No, камера. Сейчас я не могу, сейчас чудеса маркетинга пойдут. Сейчас вот там что-нибудь. Сидим. Смотрим куражки. Так, значит, мы прилетели в Барселону. Из Барселоны мы на тачках добрались до нашего коттеджа. Да, правильно же я говорю. До нашей виллы. Она находится в Майами-Плая. Это такой район Испании. Тут рядом море, на берегу прям море у нас. Вот. И сегодня мы едем в парк Порт-Авентура, потому что это
самая главная достопримечательность, наверное, одна из самых главных для молодежи. И вот мы поехали кататься на американских горках. На настоящих, на крутых, на больших, на высоких. Правильно? Трусы запасные взял? Трусы не взял. Ты взял? Да, ему не надо. Ему не надо, он может и так. Штанины выкрепить. Ну что, мы добрались до парка Порта Вентура. Будем сейчас кататься на всех горках. На всех горках. Это мощно, это круто. Это мощно. Короче, покупайте по-любому быстрые проходки. Потому что народу очень много, и вы будете стоять по 40 минут, по часу, короче, в каждой, каждому аттракциону, поэтому лучше покупать проходки отдельно, еще дополнительно, типа быстрый проход. Можно после, но где? Просто все счастливые, как дети. Это просто, просто трэш. Роман, еще что, как твои ощущения? Ты уже готов? Я готов. Всегда? Это просто крутые ощущения. Ребята, сзади что-то невероятное. Просто огромные американские горки, в которых по 9 мертвых петель. Мы на них уже катались сегодня, и сейчас мы идем снова. Погнали. Посмотрите на эти уставшие лица. Это все почему? Мы счастливые. Это все потому, что они еще не прокатились на аттракционах Феррари. Да? Да. Классно. Здорово. Все, пока. Здесь можно покататься на гоночном болиде в виртуальном режиме, прямо на трассе Формула-1 тоже. Такие дела. Так, ну что, мы проснулись. Посмотрите вид на эту красоту, когда доброе утро, действительно доброе. Сейчас я вам покажу. Просто офигенские виды. Короче, надо уже идти всех будить. Ребята, подъем! Встаем! Вы что, все проспали? Уже время обед. Вставайте давайте быстрее. А что спим-то? Встаем! Встаем быстро, уже время обед. Вы все проспали? Встаем! Настя, ты что, раньше всех встала, что ли? Конечно, Мишаня. Я уже пошел всех будить. Давай. Говорим, команда, вставайте. Они все спят и спят. А Настя, большая молодец, уже встала с утра. Уже посуду моет. Еду готовит. Такая вот у нас, короче, вилла. Но самое главное, это, конечно, вид. И свой мангал. Ну что, мы пошли на пляж. У нас третий день отдыха. Правильно? Да.
Я по твоему сценарию говорю. Да, сейчас мой сценарий, смотрите. Вот первые три дня это был, короче, Михаил решил сам снимать. Вчера я решил контент маленько поменять. Вот. Сейчас и посмотрим. То есть вы потом напишите, вам когда нравится. До третьего дня или после третьего дня, или с третьего дня. Ну, чтобы понимать, да, что вообще, где, как. Да. И мы уже определим потом, какой контент лучше заходит, да, правильно? Да, да. Так, у нас вечер, мы смотрим бой Хабиба, выпиваем, кушаем мороженое, да? Да, мы на плазме смотрим, у нас плазма. Мы просто сегодня на турнике тренировались, и нам что-то интересно. Да, слушай, смотри. Хорошее, хорошее. Следующее выступление наше. Так, все, пошел бой. Фура против Фуры. Какие у вас ставки? Кто кого? Какие ставки? Какие ставки? Да. Я думаю, что Хабиб в третьем раунде победит. А ты? Не, я не знаю. Знаешь, а ты, Рома? Зон, а ты, Ромаш? Я думал, что Хабиб не знает, какого раунда. А что, сними наши листья? Ледяной. Я думаю, что все три раунда бой пройдет, и все, и он по очкам просто выиграет. И будет не очень интересный бой. Приехали на гору Монсеррат. Сейчас пойдем к Черной Мадонне в храм загадывать желания. И это еще одна достопримечательность Испании, куда люди приезжают, чтобы загадать свои желания, так как говорят, что желание загаданной Черной Мадонны исполняется. Вот и проверим, поэтому пойдем тоже что-нибудь загадаем. В общем, наслаждайтесь, любуйтесь и смотрите всю эту красоту. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас Кирилл скажет. Давай, давай. Подписывайтесь на мой канал. Новый канал Никитин.к. Нет, почему на твой-то? На мой подписывайтесь. Пишите комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Гуляем с бандой по парку Цитадели. Погода прекрасная, ну просто класс. Воняет травой. В каждом углу курят травку. Штраф за полет из коптера 225 тысяч евро. Ну прекрасная, вообще просто замечательно. Что, 16 миллионов рублей? 16 миллионов рублей штраф за полет на коптере. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки, комментарии, все, пис. Подписывайтесь на его канал. Нет, это не то.